Как сбежать мне от дикой негаснущей боли? И куда, если в круге мирском пустота? Боже, как я любил, возвращаясь с гастролей, встретить белый пропеллер хвоста. Встретить белый пропеллер хвоста. Передвигалась еле-еле, и как еще душа держалась в теле. Хозяин, чтоб от мук освободить, решил свою собаку утопить. С большим трудом старушка в лодку села и преданно ему в глаза глядела. Булыжник в сетке за бортом висел, а он петлю на шею ей надел. Хозяин помнил, как она бывала, за палкой в воду радостно ныряла. И вот сейчас, как бы играя с ней, он бросил палку, дав команду ей. На миг она о старости забыла и бросилась за борт, что было силы. Но лодка неожиданно в тот миг перевернулась под истошный крик. Хозяин стал тонуть в шоге весенней, хоть было и не сильное течение, но судорогой тело все свело, а тут еще воронка, как назло. Собака, чья петля в одну минуту каким-то соскользнула с шеи чудом, отважно тявкнув, ринулась нырять и своего хозяина спасать. Вдвоем на берегу они лежали и на ветру от холода дрожали. А после, отдышавшись кое-как, он нес свою собаку на руках. С пословицей «не рой другому яму» ухаживал за ней до смерти самой. И как-то раз нашел ее в кустах, застывшей благодарностью в глазах.